Всем известно, что нельзя возле елки зажигать свечи или бенгальские огни. Также не стоит использовать самодельные гирлянды или же гирлянды, где повреждена изоляция, так как это может быть причиной возгорания. Известно, что сырая древесина разгорается довольно-таки плохо. Сейчас мы с вами посмотрим, насколько быстро разгорается елка, когда уже простояла в квартире недели 2-3. Как вы видите, меньше чем за полминуты наша маленькая елочка вспыхнула целиком. И вот она уже практически догорает. Пламя довольно-таки высокое. Так что если рядом с елкой находятся шторы, мебель или другие легко возгораемые предметы, пожар неизбежен.